Дай тебе Бог счастья. А каково, собственно, твое отношение к Богу? Я вовсе не боюсь. Что ты хочешь этим сказать? Так, ничего. Это уже неплохо. Вот ты, известный журналист. Пишешь о театре, о литературе, преподаешь эстетику в университете. А твою Ласса, сбегай, принеси его. Эссе. Ты ведь их тоже пишешь. Но всегда такие мрачные. Ты сейчас на что намекаешь? Что мрачно? Не надо особенно печалиться. Не надо ничего желать. Ждать ничего не надо. Главное, ничего не ждать. Что значит не ждать? Кто говорит, что я чего-то жду? Мы все ждем чего-нибудь. Вот я, например. Я всю жизнь ждал чего-нибудь. Всю жизнь мне казалось, что я сижу на железнодорожной станции. И в то же время я чувствовал, что вся моя жизнь не настоящая. Это лишь ожидание жизни, ожидание чего-то настоящего, чего-то важного. С тобой такого не случалось? Ну, если речь об этом, я просто не думал, что тебя волнуют такие проблемы. Еще как волнуют. Еще как. К сожалению, иногда мне в башку такие странные вещи лезут. Да, уверяю тебя, как, к примеру, тот карлик, тот пресловутый карлик. Какой карлик? Должен сказать, что тебе сегодня удалось меня полностью запутать. Сам знаешь, тот горбун у Ницше, от которого Заратустра потерял сознание. Потерял сознание? Что ты говоришь? Ты, оказывается, знаком с Ницше? Ну, не лично, конечно. Я не изучал его досконально. Но он интересен мне. Ничего тут не поделаешь. Иногда, знаешь ли, что-то воображаю себе в стиле этого нелепого вечного коловращения. Вот живем мы, живем. Вот и все наши заботы. Мы надеемся, ждем чего-то, верим, теряем надежду, приближаемся к смерти. Наконец, умираем и снова возрождаемся. Но не помним ничего из того, что было, и все начинается сначала. Ну, не буквально. Не буквально, точь-в-точь, а немного, самую малость. Иначе. Однако, столь же безнадежно. А почему? Мы не знаем. Да. Впрочем, нет. Все точно так же. Практически одинаково. Просто новое, так сказать, представление. Да. Я бы сам мог все так устроить, если бы от меня все зависело. Но это немного смешно, не правда ли? Ну, все это старо. Ничего нового ты не открыл. Ты же не воображаешь, что сам это придумал. Нет же. Ты действительно считаешь, что человек мог бы найти конструкцию, универсальную конструкцию, создать модель нового абсолютного закона, абсолютной правды? Это было бы равнозначно созданию новой вселенной, стать демиургом. Похоже, ты действительно веришь в свою карлика, в нелепое коловращение. Видишь ли, иногда мне кажется, если я действительно верю, то так все и будет. Вера дана вам, и будет вам по вере вашей.
Ну ладно, сейчас мне пора домой. Уже скоро вечер, а мне еще нужно найти подарок. Ладно, тебе это не обязательно. What?